зря сегодня вот и на Эльга Амбарович, и Сергей Анатольевич пришли как бы посмотреть, как идет развитие, какие есть риски и как в этой ситуации нам поступить. Поэтому очень важно услышать ваше мнение, ну и как бы ориентироваться, исходя из той ситуации, которая сегодня есть. Поэтому, наверное, есть желающие там выступить, хоть выступить. Сам Гавич, позвольте, я бы сказал, первым предоставить слово. Может быть, повернешь нам тоже, а тут ты там, туда, наверное, слышен, вас совсем не слышно, нашу сторону. Как Огин, что слышал? Ну и Магнитов, давно вместе.